В Аральске прошел открытый республиканский турнир по боксу. Традиционный турнир памяти известного общественного деятеля, предпринимателя, мецената, депутата областного маслихата двух созывов Тогыса Жумашева проводится вот уже 6 лет. В этом году в соревнованиях по 15 весовым категориям приняли участие свыше 120 юных мастеров кожаной перчатки, в том числе и соседнего Узбекистана. Приехал из города Актобе. Завоевал 3-е место. Очень доволен. Участие в турнире много мне дало. Все мы учимся друг у друга. Я проиграл в финале, но на следующих соревнованиях буду стремиться выиграть. На эти соревнования я приехал из города Хромтау, Актюбинской области. Приехал выигрывать и победил. Моя цель — стать олимпийским чемпионом.